Вот, ребята, я сделал пресервы из скумбрии. Вот смотрите, я его держал в уксусе вот так, в 5-процентном уксусе. Вот она продается здесь. Бея сирке. Она очень такая, это, ну, слабенькая такая, 5% всего. Не то, что наши там это жгучие. Вот сутки держал на лимон, одного лимона сок. И это уксус вот в этом. И вот очищаю я их потом. Внутри целиком надо ложить. Вот так вот баночку, вот так вот. Они хорошо маринуются. Потом вот так очищаю вот так. И ложу вот в эту штуку. Вот она. Вот делаю пресервы. Вот они. Получается деликатес невозможный, ребята. Вот он. Вот так вот закладываю. Вот так вот. И у меня получается пресервы слоями. Маслицем вот так вот растительным наливаю, и все. И вот этот господин тоже такой же любит, но он слабосоленый. Он же ожидает рыбки. Да, сынок? Ну вот. Вот получается хорошие пресервы такие. Они в магазин очень дорого. А мне они вот они 50 лир килограмм. Вот такой скумбрии. Вот. Мариновал сутки. Вот. Одного лимона, вот такого лимона, сок туда и уксусом залил, и она стояла у меня в банке. Вот потом нарезаю, очищаю вот спинник все, вот это филе делаю и закладываю слоями. Потом маслицем залил, можно чуть-чуть дольки лимона туда, чтобы она лимоном еще это самое кисленькая была. И вкуснятенько рыба картофелю, отварному картофелю, можно пюрешки, вот так вот.